Это вещь меня тут фотографирует. Да а, тебя фотографируют? Ну я отойду. Все? Ну все, У меня уже глаза зеленые. Красивые глаза вообще. Ну, Наталья, проводи нам экскурсию. Давай, показывай рыбку нашу. Так, что тебе показать? Ну, меня все органы интересуют. Вот. Смотри, вот это были когда-то ножки, лапки. Вот они сейчас... Оп, спрятался. А, это надо как-то надавить, он выйдет. Вот взяла член, убрала. Ну, я не знаю, он сам спрятал. А где член? Ну, спрятался, ты представляешь, я вот сюда надавила, он раз и ушел туда, в сторону. А я теперь не знаю, куда надавлять, чтобы он вышел. Они тебя любят. Так, ну, вот давай это пока. Вот смотри, вот у нее рот и нос. Видишь, рот и нос, там зубы, они колючие. Ну-ка засунь туда руку. Вот это вот непонятно что, это клюв. Да, вот тут вот он острый прям. Ага. Вот это тоже не знаю, что это такое. Нос, наверное. Не знаю. И глазки светятся зеленые. Глазки то зеленые, то синие, вообще-то вот непонятное цвета. Вот такая вот у нас рыба водится. Да, и что там еще ты показывала? Ну, уже вот тут еще, вот смотри, вот эти штуки какие-то вылазят. О. Слава, член спрятался, не могу. Может, она спит? А, вот носик еще, да, вот этот вот? Горбун какой-то, может, это что, я не знаю. Ну, прямо пиздец какой-то, блядь. Кого? Ее положили? Да я ее сам. Это что-то из акули. Ну нихуя себе акула, блядь, пиздец. Вот такая вот рыба. Она вот на ящерицу похожа, вот как раньше вот эти были. Глаза такие, да, у нее? Вот и мне тоже поражают глаза. С таким цветом такие глаза. Прям похожи, как у тебя. Я тебе тоже, зеленые. Я на